эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 февраля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 13-й день месяца Вьюкастужа, 7525 лета, вторник. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «180 лет без Пушкина». Автор соведущий Валерий Михайлович Лобов. Здравия, Валерий Михайлович! Добрый вечер! Вы известный человек в своем творчестве, изучающий Пушкина, изучающий его наследие. И самое интересное, не просто с точки зрения разбирательства того, какой слог у него, какие слова он применял, но и с другой точки зрения, с точки зрения, какой он был провидец, какой он был пророк. И во многих своих лекциях, и у нас тоже на радио было две передачи с вами в записи, вот сейчас сегодня живой у нас эфир, мы как раз этой темы касались. Но сегодня тема, с одной стороны, она и должна этого касаться, с другой стороны, мы все-таки должны поговорить и о самом Пушкине, потому что 180 лет вот исполняется со дня кончины Пушкина, и вот как-то нам надо совместить и одно, и другое, и третье, то есть и как человека, и как пророка, и как стихотворца и писателя. Я предоставляю вам микрофон для того, чтобы вы могли уже эту тему начать раскрывать. Вы знаете, появление убийцы в Петербурге Пушкин сразу же отметил. Он вообще-то в своих записях не отмечал никого, никакого иностранца, который приезжал в 1934 году в Петербург. А тут вдруг запись в дневнике появилась. Во-первых, странно, что недовольство государя было высказано не ему, конечно, а его жене. Из-за сапог или за пуговиц ваш муж не явился в последний раз? А он-то ведь знал, что явился Дантес в это время. Понимаете, как-то вот все совпало. А поскольку Евангелие от Матфея отражает сущность поэта, жизнь поэта, притом строго по датам, так вот дата появления Дантеса и Геккерна в Петербурге отражена в этой главе. «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И вот он ответил ту новость в своем дневнике. «Барон Дантес и маркиз де Пина, два шуана будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет. И через две недели Дантес будет зачислен в полк, притом без присяги служения России». А литератор Путята уже после смерти Пушкина читал тетрадь его записью, был удивлен. «Помню из него почти слово в слово. Сегодня приехали в Петербург два француза, Дантес и маркиз де Пина. В этот день ничего более не было записано. Что замечательно мог найти Пушкин в их приезде? Это похоже на какое-то предчувствие». И знакомый еще один Пушкина, Лонгинов, вспоминал об этой записи. В книге этой записано Пушкиным краткое известие. «Сегодня приехали сюда два француза, Дантес и Даршерак». Тут он, видите, написал «Даршерак». Подобных заметок там не встречается, и непонятно, как пришел в мысль Пушкин записать подобную малоинтересную новость. По странной случайности, внимание обратилось за несколько лет до поединка на прибытие в Петербург, приехавших туда вместе двух иностранцев, из которых один был второстепенный чиновник посольства, а другой – безвестный искатель фортуны, из которых одному суждено было убить его, а другому быть свидетелем этого ужасного события. Так вот, почему же Путяту и Лонгину это насторожило и привело к выводу о появлении предателя по Евангелию, а Пушкинский дом будто это не читал? Да потому что настоящие русские люди чувствительны к совпадениям, исполнениям в действительности этих совпадений. Так вот, 26 января 1934 года, оценив обстановку, Пушкин написал пояснение к этой записи в дневнике о Дантесе в виде пророческого признания о видении. «Пророческий сон» написал.
«Чудный сон мне Бог послал». Но оно не вошло в Беловую редакцию. И в рукописи было без заглавия. И самое интересное, что оно состояло из 37 строк. 37-й год, да, 37 строк. И заканчивается оно вопросом: «Кто там идет?» Он знал, что идет Иуда Дантес. И вот благодаря его предательству завершится круг творения и проповеди учения помазанника Пушкина в 37-м году. Пушкин, видимо, не хотел, не очень хотел, чтобы вскоре оно было напечатано, и потому не стал его далее править. И почти полвека стихотворения не было известно в России. И лишь только в наши годы, в 2010 году, мне удалось восстановить эту запись до конца и в зеркальном отражении, потому что все пушкинские произведения имеют середину, и все образы зеркально отображены от начала до конца. На следующий день, 27 января, в субботу, Пушкину вручена была повестка Департамента хозяйственных дел Привалова с извещением о пожаловании ему звания камер-юнкера. Ну, вы понимаете, приехал Дантес, а на следующий день ему дают звание камер-юнкера. А то он был просто секретарь. Но для него-то в таком возрасте это был удар унизительный. Ну, не смертельный, но все равно ему это было неприятно, потому что в таком возрасте уже надо было камергером быть. Кстати, камергера ему дадут в 36-м году, но об этом пушкинисты молчат. Есть документы, подтверждения, многие записи, так что это тоже было. Так вот, ровно через год после записи в дневнике Пушкина Дантес был принят в доме Пушкина, о чем он сообщил в Европу на имя Геккерна. «У меня более чем когда-либо причин для радости, ибо я достиг того, что могу бывать в ее доме, нашел возможность объясниться с нею, она тоже любит меня». Это ж надо, она тоже любит меня. И еще ровно через год Дантес примет на себя вызов Пушкина. Таким образом, через 3 года, в пятницу, пророк Пушкин покинет этот свет, как любой очередной пророк Христос, распятый в пятницу и испустивший дух, как написано в Евангелии. Это стихотворение будет напечатано только в 1881 году в Русском архиве. Ну и тоже, конечно, оно с пропущенными местами. Но я прочту вам его полностью, как оно должно быть. Потому что каждое слово было в точности воспроизведено, зеркальное отображение, долго подбиралось, притом не один год. Вот буквально я сейчас готовлю новый сборник неизвестных произведений Пушкина, около 40, которые я собирал около 20 лет. И, наконец-таки, их собрал, распределил прозу, стихи, песни и так далее. И вот сейчас как раз я, можно сказать, подхожу к этому стихотворению. Надо еще тут кое-что подправить. Вот я читаю вам. «Чудный сон мне Бог послал. С длинной белой бородою, в белой ризе предо мною старец светлый предстоял и меня благословлял. Он сказал мне: будь покоен, скоро, скоро удостоен будешь царствия небес, скоро странствию земному твоему придет конец. Уж готовит ангел смерти для тебя святой венец. Щедрый попадает в сети, путник ляжет на ночлеги, в гавань плаватель войдет, молча пахарь утомленный, отрешишь валов от пруга на последней борозде. Ныне грешник тот великий, о котором предвещание слышал ты в селе давно, грешник долгожданный мною, наконец тебе приидет исповедовать себя и получит разрешение. И заснешь ты вечным сном, сон отрадный, благовечный, сердце жадное не смеет и поверить, и не верит, ах, уже ли в самом деле близок я к моей кончине? И страшуся, и надеюсь, казни вечные страшуся, милосердия надеюсь. Упокой меня, Творец, но Твоя да будет воля, не моя. Кто там идет?» Вот идет Дантес. Это он почувствовал и написал об этом. Поэтому
Он даже переживал это все. Он знал, что конец вот уже надвигается. Его видели, что он постоянно нервничал, кусал там платок, предположим, да. Ну, видно было, что человек переживал. И вот он написал тоже в 1934 году, ну, в общем, тоже по Евангелию как раз, вот почти в это же самое время. И вот он написал такое стихотворение. «Однажды, странствуя, среди долины дикой, внезапно был объят я скорбью великой, и тяжким бременем подавлен, и согбен, как тот, кто на суде в убийстве увлечен. Потупя голову, в тоске ломая руки, я в воплях изливал души пронзительные муки и горько повторял, метаясь, как больной, что делать буду я, что станется со мной? И так я сетую, свой дом прошел обратно. Уныние мое всем было непонятно. При детях и жене сперва стеснен и тих, и мысли мрачные хотел таить от них, но скорбь час от часу меня сжигала боли, и сердце, наконец, раскрыл я поневоле. «О горе, горе нам! Вы дети, ты жена!» — сказал я. «Ведайте, моя душа полна тоской и ужасом, мучительное бремя тягчит меня, идет уж близко, близко время. Наш город пламени ветром обречен, он в угли и золу вокруг будет обращен, вдруг будет обращен, и мы погибнем все, коль не успеем вскоре обрести убежище. А где? О горе, горе! Мои домашние спущения пришли, и здравый ум во мне расстроенным почли. Но думали, что ночи сна покой целебный охолодят во мне болезни жар враждебный. Я лег, но во всю ночь все плакал и вздыхал, и ни на миг очей тяжелых не смыкал. Поутру я один сидел, оставя ложи. Они пришли ко мне, на их вопрос я тоже, что прежде говорил. Тут ближние мои, не доверяя мне, за должное почли, прибегнут к строгости. Они с ожесточением меня на правый путь и бранью, и презрением старались обратить, но я, не мнемля им, все плакал и вздыхал, унынием тесним. И, наконец, они от крика утомились и от меня, махнув рукой, отступились. Это середина стихотворения. И от меня, махнув рукой, отступились, как от безумного, чья речи дикий плач, да кучный, кому суровый нужен врач. Пошел я, но бродить, унынием изнывая, и взоры вкруг себя со страхом обращая, как узник из тюрьмы, замысливший побег, или путник до дождя, спешащий на ночлег. Духовный труженик, влача свою ригу, я встретил юноша, читающего книгу. Он тихо поднял взор и вопросил меня: «О чем, бродя один, так горько плачу я?» А я в ответ ему: «Познай, мой жребий злобный, я осужден на смерть и позван в суд загробный. И вот о чем кручусь. К суду я не готов, и смерть меня страшит». «Коль жребий твой таков, — он возразил, — и ты так жалок в самом деле, чего ж ты ждешь? Зачем не убежишь от сели?» И я: «Куда ж бежать? Какой мне выбрать путь?» Тогда: «Не видишь ли, скажи чего-нибудь, — сказал мне юноша, даль указывая перстом». Я оком стал глядеть болезненно отверстым, как от бельма врачом избавленный слепец. «Я вижу некий свет», — сказал я наконец. «Идишь», — он продолжал, — «держись всего ты света, иного не откроется тебе ответа, пока ты тесных врат спасения не достиг». Побег мой произвел в семье моей тревогу, и дети, и жена кричали мне с порогу, чтоб воротился я скорее. Крики их на площадь привлекли приятелей моих. Один бронил, другой моей супруге советы подавал. Иной жалел о друге, кто поносил меня, кто насмех подымал, кто силой воротить соседям предлагал. Иной уж за мной гнались, но я тем более спешил перебежать городовое поле, дабы скорее узреть, оставить те места, спасение верный путь и тесные врата. Вы понимаете, как он переживал эту свою смерть. Он знал, что он пророк, что ему предстоит эта смерть, это убийство. А вот все равно, как живой человек, он не мог это
сразу вот так по силе. Но, несмотря на это, как он все это изложил подробно, он знал, конечно, что приедут иностранцы, специально его убить. И он, видите, вычислил даже этот день и написал стихотворение, а потом написал это запись. Все предвидел человек. Однако это так тяжело понимать, что ты Христос, помазанник Божий. Ты принес свои знания в 29-м году, свой 30-летний срок. Сделал свое дело. Все, ты теперь можешь уходить. Он это понимал. Но смотрите, с 29-го года до 37-го года ему предстояло еще творить. И сколько он еще написал. А Дантеса привезли практически как стрелка, потому что его готовили давно. Он был хороший охотник, на лету в любую птицу попадал. Поэтому Гегерн его просто опекал и вроде как бы взял шефство над ним, как якобы отец приемный, хотя живой отец у него был. Ну, в общем, шито было белыми нитками, но это было кратковременно. Вот 34-й там, 35-й, 36-й, и вот за три года практически они довели до дуэли дела. В принципе, Пушкин это тоже видел, даже когда Наталья вернулась от политики, подруги своей, где политика ушла из дома, а туда пришел Дантес. И он говорил ей, что я застрелюсь, если ты сейчас вот не будешь моей. Вот, и тут в это время дочка политики явилась, и она как за нитку схватилась и выскочила оттуда. А Пушкин-то заметил, как она страдала, прибежала, вся в попыхах. Вот, и он тут же на следующий день соорудил это пасквильное письмо, якобы что он рогоносец, и разослал всем друзьям. А никто не знал, что это Пушкин. Вот так все хитро обделал, что все посчитали, что это кто-то. В общем, до сих пор, кстати, гадают. Вот. Ну, надо было просто вынудить Дантеса, Гегерна на шаги. И он действительно тогда вызвал на дуэль. Но дуэль они сказали перенести на 2 недели. И что же? Да, за 2 недели им в Европе успели соорудить защиту такую, ну, как сейчас делают. Вот, и когда Пушкин уже в лежачем положении, когда уже сам почти умирал, все равно стрельнул Дантесу, попав точно в сердце, он знал, что пророк не должен попасть в сердце и убить человека. Но он попал, зная, что там есть защита. И тому ничего не было сказать. Он, конечно, ходил на все и перевязки, и на судебное дознание с перевязанной рукой, потому что рука не действовала, был отек большой в стороне сердца, буквально на всю половину грудины. Вот, так что все понятно, убийство было натуральное и подготовленное основательно. Но опять-таки я говорю, он описан в Евангелии, он Христос, его должны были убить. И каждые 628 лет мир является то Будда, то Магомед, то другой там европейский пророк, которого я нашел, славянин назывался он, учитель большой, с большой буквы писался он. Так что судьбы у всех одинаковые. Мы-то думаем, что все происходит случайно. Ничего случайного нет. Даже в жизни каждого человека все уже записано заранее по типу человека. И количество определенного типа людей тоже ограничено, конкретно, известно. Поэтому мы слиты со всей Вселенной едиными нитями. Мы как единое тело. Вот когда человек себя начинает отделять от Вселенной, говорят, вот я такой, я там богатый, это уже смерть получается. Человек отделился, идет к смерти. А человек, который для народа живет, в народе, и ничем не хочет, не выделиться, ничего. Просто делает то, что может, то, что хочет, с радостью делает. Вот тот человек, вот действительно он вселенский человек. И русский человек раньше был таким. И скоро все мы увидим, что мы такими и были. Просто временное явление испытаний
вот во время перестройки, которая описана в Апокалипсисе Иоанна Богослова, вот, это было испытание. Мы его перенесли, достойно перенесли. Ну, те люди, которые действительно любили свою родину. А остальные, конечно, соблазнились, уехали за границу, стали богатыми, разорили работающих людей и лишили их всех благ. Так что понять надо, что у русских есть свой пророк Пушкин. И в 1902 году, когда делали ремонт гробницы его, Пушкинских горах теперь называется, то были раньше Святые горы. Так вот там, когда раскопали этот склеп, там камни несколько упали на гроб. Гроб вытащили, и при этом приехал барон Розен и Фролов, журналист. Так вот, Фролов это все писал в газете петербургской. Я эту газету нашел в Химках, в архивах. Вот там было описано, что когда они сфотографировали все и через несколько дней проявили, напечатали, то они были поражены, что на верхних кирпичах склепа отпечатался нерукотворный лик Пушкина. Для них это было удивительно. Но когда я посмотрел дату, я сказал, да, пути Господни неисповедимы, потому что этот день был перенесение нерукотворного лика Спаса. Вот видите, получается еще одно подтверждение, что это наш Спаситель Пушкин. Поэтому мы, конечно, скорбим, но у нас есть подтверждение, что день-день он выполнил свою миссию, и что он есть пророк. А пророк, потому что он принес учение в 30-летнем возрасте, в 1829 году, и оно хранилось на Дону 150 лет. А вот с 1979 года, когда надо было ее опубликовывать, в это время как раз получилось так, что никто не хотел принять его без дарственных всяких листков. Поэтому до сих пор она не опубликована, хотя Рыбкин, который хранил эту рукопись, он написал русскую математическую науку. И в принципе мы можем сказать, что мы владеем этим архивом, потому что с помощью этих знаний открывается все, что только можно в любой науке, в искусстве и даже вот в истории, написание истории Пушкина и России можно все понять, любого человека просчитать, что у него сейчас на душе, что он делал тогда-то, почему у нас падали там протоны или почему там произошла какая-то авария, все оказывается закономерно. Вот такой Пушкин у нас, который нам принес знания, который поможет нам быстро поднять Россию. А мы видим, что русский народ быстро поднимается, потому что по законам сохранения энергии все, что было у европейцев хорошее, в 1920 году они закончили ведущую роль, оно перешло русскому народу, который стал ведущим. И теперь у нас и ум сильнее, крепче, изысканный, и все у нас идет хорошо уже, только осталось буквально год и три месяца, чтобы у нас исполнилось пророчество Авеля, закончится жидовская ига и 39-летний круг частного образа жизни с 1979 года. Так что все совпадает, все идет прямо по расчету. Поэтому я хочу сказать, что этот год, год петуха, принесет большие изменения. Светлые изменения. Почитайте Псалтырь 117, и вы убедитесь, какие там пророчества нам сулят наши древние ученые, пророки. Вот, так что я считаю, что мы самый счастливый сейчас народ в мире, потому что у нас есть руководитель, есть знания, и есть будущее наше, светлое будущее. На 628 лет, когда будет ведущий славянский народ, а потом будет 628 лет, мы будем ведущими, будут тюркские народы, которые входят тоже в русский народ. Так что поздравляю вас с таким знанием. И день смерти Пушкина мы должны отметить, конечно, своими успехами, делами,
и, конечно, почтить его память, кто как считает нужным, потому что ведь он всегда присутствует там, где, как говорил Христос, где соберутся двое или трое. Пушкин даже написал такие строчки: «Я скоро весь умру, но тень мою любя, храните рукопись, друг, для себя. Когда гроза пройдет, толпой суеверной, сбирайтесь иногда читать мой свиток верный. И долго слушая, скажите, это он, вот речь его. А я, забыв могильный сон, зайду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь, и вашими слезами убьюсь, и, может быть, утешен буду я любовью, может быть, и рукопись моя унылая и бледна, словам любви внимая». Спасибо вам за внимание. До свидания. Валерий Михайлович, да? Вы торопитесь, да? Несколько вопросов здесь еще поступили, ну, в чате. Если есть, конечно, можно ответить. Сколько еще времени у нас есть, чтобы вопрос вам задать? Ну, минут 15, 20, 10, да? 10, да. Хорошо, засекаем время. Итак, первый вопрос такой. Значит, во-первых, мы напомним, что дата смерти Пушкина по всем известным канонам 10 февраля 1837 года, 37 лет ему было, это правильно? Совершенно да, да, по новой. По новому стилю. Хорошо. Итак, вопрос от Ярослава из города Ногинска. Значит, есть план души, который пишется заранее. Тогда кто его пишет, сама душа или Вселенная? Как вы думаете? Как вы считаете? Что-то не понял я. Но если Пушкин знал, если план у него существовал, как у пророка, значит, у других людей тоже есть какой-то план души. И конечно, вот Ярослав спрашивает, кто... Мы имеем свой план. Если есть, например, люди, которые умеют как бы считывать их, всякие там цыганки, гадалки, они могут считать. Ну, мы, например, простые люди, мы этого не можем знать, конечно. Угу. Хорошо. Но следующий... так на самом деле есть у нас. Угу. Следующий вопрос от Данила. Здравия соведущим. Вкратце, лаконично. Валерий Михайлович, кем для вас стал Александр Сергеевич Пушкин по пути вашей жизни? Благодарю за ответ. Вы знаете, он стал мне всем. Хотя, когда только прочитал, что Пушкин оставил свою научную рукопись, я где-то месяц читал эти журналы с Таганрога, потом все-таки решил ехать, потому что почувствовал, что есть вопросы у меня. И вопросов было много. Я потом к нему ездил несколько лет, каждое воскресенье на электричке, задавал вопросы. Иногда один задашь, он говорит: все. Я говорю: все, ну, до свидания. Поэтому я старался готовить всегда побольше вопросов, чтобы уже не бесполезно 4 часа тратил на дорогу. Вот. И, конечно, когда он умер, то, в общем-то, стресс был для меня, когда Рыбкин умер. То есть, получается, некому что-то сказать. Но тогда у меня уже на руках была вот его рукопись будущей книги «Русская математическая наука». Поэтому читал я, и мне это давало... так сказать, многое. И когда я впервые в 96-м году, даже в 95-м году расшифровал Донжуанский, да нет, не даже потом Донжуанский, в начале «Пиковая дама». Казалось бы, ну что там может быть в «Пиковой даме»? А там математика, цифры, цифры, цифры и закономерности. Там вот знак восьмерки или бесконечности, и вот там по кругу идут 6 глав, 3 в зеркальном отражении к 3. Короче говоря, когда я только вот это сделал, я буквально сразу же уволился с работы инженерной и стал заниматься только Пушкиным. То есть я понял, что это будущее России, и надо этим заниматься. А до этого я, конечно, этого не чувствовал. Я никак не мог подойти, да что ж там такое? Ну, понятно, было, все это интересно, но когда я начал видеть, что у Пушкина все сокрыто, зашифровано, все сказки, маленькие трагедии, это тогда, я уже сказал, все, я только Пушкиным занимаюсь. И вот я 25 лет как занимаюсь только Пушкиным. Угу. Это судьба. Понятно. Еще вопрос от Владимира из Мытищ. Вопросы я с чата записываю, они прямо к нам поступают во время эфира живого. «Шел я домой», – пишет Владимир, – «слушал вас и думал, знать жизнь и творчество Пушкина, так как знает его Валерий Михайлович, мне уже не суждено.
Понять творчество Пушкина, пожалуй, тоже. Единственный возможный вариант – использовать творчество Пушкина как инструмент исправления калейдоскопичного представления об окружающем мире. Вот и вопрос. Как использовать Пушкина для исправления калейдоскопической картины мира? Вообще-то, ничего исправлять не надо. Она идет своим ходом. Нам кажется, что что-то надо исправить, что-то сделать. Но удивительное дело, мы должны быть доброжелательны ко всем людям, стараться им помочь, если им они неправильно понимают. Но если человек не понимает и не хочет понимать, он иначе думает, надо оставить его, пусть он выполняет свою миссию, как он должен ее выполнить. Потому что существует 64 типа людей. Например, частники 64, общественники, мужчины 64, женщины 64 типа. То есть нельзя всех переделать. Все разные. И надо это уметь принимать. Поэтому надо понять ход жизни. Вот, например, Пушкин оставил это, и Рыбкин нам говорил, с 1920 года по 1998 год у нас идет преобразование экономики частной в общественную. И у нас она происходила, мы видели. Были построены общественные и колхозы, и предприятия. Все было на общественный лад. Люди были как бы защищены и работой, и медициной, и отдыхом. Все было. Но то, что была эта перестройка, она тоже была предсказана учеными и показана в «Апокалипсисе». На моем сайте это легко найти, и фильм можно посмотреть, мой доклад. Это не важно. А вот с 98 года по 2077 год у нас должно происходить преобразование частного в общественное. На удивление, как раз с 98 года Ельцин написал указ о местном самоуправлении. Но поскольку рядом были американцы, они это просто убрали с виду у него и все. Он заливал глаза водкой и все забывал. А вот Путин в 2006 году, он опять снова повторил этот указ. И создались местные управы. Но это еще, так сказать, только начало, потому что эти управы должны избираться по типу казачьего местного самоуправления снизу вверх, от 10, 100, 1000 и так далее, все по пирамиде вверх. То есть там не избирается всем народом президент, а избираются вначале десятки, потом десятки выбирают сотенные. И президент сам по себе потом появится где-то наверху, совершенно не тот, может быть, кого хотели бы видеть некоторые лица там на Западе или даже у нас. Вот. Но это чуть-чуть позже. Сейчас пока надо держать весь ход событий в руках Путину, потому что он посвященный, он владеет такими технологиями человеческого разума и влияния, что надо ему довериться. Он в «Апокалипсисе» описан в последней строке «Благодать с вами во веки веков», то есть надо ему доверять. А враги, конечно, его боятся, и не зря боятся, потому что это уже могильщик частного строя. Что бы ни делали, а все равно это закончится 30 апреля 2018 года. Угу. Так, еще у нас есть несколько минут. Ингварь, вопрос в эфир. Так мы же на страшном суде, получается, Иоанн же конкретно говорил, что он наступит, когда пройдет Сын Человеческий. Ну, конечно. Но Сын Человеческий пришел, пострадал за всех, чтобы народ потом, наоборот, не страдал, а благоденствовал. Вот. Так что это что-то неправильно понимают этот текст. Мы сейчас, конечно, страдаем, да. Видите, вот он пришел, мы 200 лет после него еще никак не отойдем от этой перестройки, от этого частного строя. Мы пока видим, что еще очень много в частных руках. И люди практически сейчас страдают, не имеют ни пенсии, ни зарплаты положенной. Вот. Так что сейчас мы страдаем. А вот сейчас вот закончится 39-летний частный круг, и все. Как солнце взойдет, он же Пушкин не зря писал «Заря пленительного счастья». «Россия спрянет ото сна», да.
Здесь в чате такой вопрос сразу. А Пушкин посвящен в то, что Путин – мессия? Он что-то писал. Путин, здесь это по-другому. Путин посвящен то, что Пушкин – мессия? То есть то, что Пушкин писал об этом, понятно, с ваших слов ясно. Ну, во-первых, а я с 2000 года, как Путин стал президентом, я ему писал письма. Показывали ему или нет, я не могу сказать. Иногда были ответы, притом ответы были иногда, когда отдельное предложение, говорю, я могу делать то-то, и меня посылали туда, где я могу сделать. Я показывал, что я могу делать. Вот. Но почему-то дальше перекрыли все пути мне дальше. То есть кто-то там сидит в этих письмоводителях, руководители администрации, которые, в общем-то, пока скрывают это. Ну, придет время, это не страшно. Потому что у меня все равно дел хватает и без этого. Угу. Ну и в заключение еще буквально два вопроса, объединенные в один от Елены. Вопрос в эфир. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Скажите, пожалуйста, как на самом деле выглядел Пушкин? Говорят, что за границей в музеях есть картины, где он вместе с родственниками, и, вернее, вывезены его родственниками, но где он изображен, я упрощаю несколько вопросов, изображен абсолютно европейским лицом с голубыми глазами. Можете это как-нибудь прокомментировать? И еще от нее вопрос, где можно прочитать и ознакомиться с архивами Пушкина из Таганрога? Ну, я говорю, есть сайт, который называется «Пушкин – спаситель славянских и тюркских народов». Вот. А по поводу того, что Пушкин славянин и имел при рождении белокурые волосы, белое тело, голубые глаза, и лишь только в 19-м году, когда он переболел тифом, у него волосы несколько потемнели. Он 2 года ходил лысым с париком, потом они просто чуть потемнели, и, кстати, волосы у него не так вились, как у негров, а как у цыган, потому что бабушка его согрешила с соседом Абрама Ганнибала, Визапуром, и от него родила цыганскую девушку, но она уже, поскольку бабушка сама была рода Пушкиных тогда, вот, и поэтому род Пушкиных слился опять с родом Пушкиных, то есть усилился даже. А цыганские, видимо, кровь влила вот это чувство прозрения, что ли, которое цыгане обладают. Скорее всего, да, это для этого, наверное, было сделано. Ну, судьба так повела его, конечно. Вот. Угу. Поэтому и у матери Пушкина, которая была белокурая, тоже родились 2 мальчика и девочка. Ну, там в нем много рождалось, но остались вот жить старшая сестра, потом Пушкин и младший его брат. Вот. Они все были белокурые, голубоглазые и плойка. Кстати, Пушкин в 36-37 году, у него волосы уже настолько были редкие, что даже там ни одного завитка волос. У него они были прилизанные, гладкие волосы. Угу. Вот ну так. Что ж, основные вопросы зачитались. Конечно, множество еще вопросов есть. Много о чем можно поговорить, позадавать, поразмышлять. Но поскольку торопитесь, не имею права вас задерживать. В свою очередь, благодарю вас за то, что пришли в живой эфир, ответили на вопросы, рассказали очень интересную, на мой взгляд, информацию нашим радиослушателям и обнадежили то, что время-то перемен не за горами, оно уже начинается. Я рад, конечно, что вы об этом узнали. И я сейчас вот подготовлю книгу эту новую, новый сборник пушкинских произведений. Я думаю, что к 200-летию окончания лицея, а он в 17-м году закончил, значит, в 2017 году, 200-летие окончания лицея, будет этот сборник готов. Так что ищите, на сайте будет объявление, и потом тогда можно будет решить, как и что его купить и где. Я думаю, что мы сделаем программу по выходе книги, по выходу книги, поговорим об этом, я думаю, очень подробненько. Ну что ж, благодарю еще раз, низкий поклон, не смею задерживать. Нашим, можно сказать, до свидания всем, попрощаться. Всем до свидания. Наши радиослушатели, уважаемые, вот у нас такая интересная беседа произошла. Конечно, не в таком длинном формате, как это вы уже привыкли, как это все происходит, но время есть время, дела есть дела, поэтому кто-то, делая дела, ограничен во времени. Так вот складывается наша жизнь. Насим, я с вами хочу попрощаться, но перед этим напомню, что сегодня по одному из современных календарей 2 февраля 2017 года, четверг, по одному из старинных 13-й день месяца в Юг-Истуже 7525 лета, вторник, мы говорили
про то, что наступает 10 февраля, трагическая дата в истории России. Это смерть Александра Сергеевича Пушкина. И тема у нашего эфира звучала так: «180 лет без Пушкина». Автор с ведущей Валерий Михайлович Лобов. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.